Стоит ли говорить, когда сердце молчит, просто сотрясать воздух? Стоит ли говорить, когда эгоизм кричит, а не исцеленное сердце? Господь, прошу света Твоего, приди в темные ситуации, проясни понимание мое в закрытых сферах, чтоб мир Твой пришел и успокоилось сердце. Твой шалом умеет создать великолепную атмосферу. Исцеление Твое хочу принять и быть целостной, чтоб никто не смог расшатать основу моей веры, веры в Тебя, в Твою завершенную работу. Верой познаю Тебя, какой благой Ты!